За время работы нашего интернет-магазина у нас скопилось огромное количество бракованных телефонов. Некоторые из них не ремонтопригодные. Техника должна служить людям, в противном случае она должна умереть. И сегодня мы будем сжигать не просто один телефон, не просто два телефона, а целую кучу. Ну и последнее, чтобы вы не подумали, что мы такие плохие и сжигаем все, что нам попадается в руки, мы решили те устройства, которые еще как-то можно восстановить или глючные просто, либо глючные частями, не сжигать. Мы решили раздать их вам. Внимательно смотрите описание под этим видео, там все подробности. Смотрите Маков.нет, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.